Да, дисциплинированный воздух должен быть. Тогда я поехал. Лишь бобер поставить другое место. Четыре бобра. А 36. Я через минуту перезарядка. Один падает уже. А он пустой. П-80 пустой. Нам научиться летать вместе, а? Не падайте, не падайте, блин. Я пытаюсь вас догнать, не могу. Свистните, когда будут падать. Упал. Надо воздух, я на воздух. Я тоже, да, вылетаю сейчас. Погоди, да. Не надо. Ну, подождите, ну, а там... Там у них Т-95 медленный, сейчас забомбили. Я беру танк. Все, у них воздуха два самолета осталось. Я самолет взял, ничего. Две зенитки. Сейчас на землю наберу. 95-й, конечно, забомбить нужно. Кого? 95-й? Да. Разразить... Ну, пробить будет тяжело. Засвети его. Пока не вижу. Он где-то у себя должен быть, он там медленный, пока доползет. Разбить. Вон они подъезжают на поле, на желтом уже. Ты засвети его, если видишь. Светите тяжа. Ну что-то не видно его. Из леса выехал. Да, забрал я там какие-то два танка. Тяжа вашего не увидел. А, сука, верби. Одни зеницы там, блядь. Танки надо либо два тяжи вышло. Берите точку, там только зенитка едет, а у них там зенита куча. Я на точке. Извините, не туда забрал. Два тяжа вместе стоят. Если забомбили бы хорошенько, было бы два самого. Не хватает, что его надо было забрать. В пушках.
Второй с бомбой 8. Езжай. Не забирают. Блин, да вы. Кирилл, ну что ты творишь? Я? Ты выезжай, забирай его, он у меня цель убивает. А ты таешь. Это выстрел. Рикошет. Игра такая. Тебя поехали, не стойте там, ближе подъезжайте. Блять. Хрена меня, Т-95. Все чисто. Сейчас добьет. Здрасте. Вот, блин, я доехал, а вы нет. Вот я тут один, помощь надо. Бомбить надо, бомбить. Он две зенитки. Зенитку убрал одну. Если не убью, я бобра возьму, помнишь? Перегрейтила и... Беру вам бобра, беру. Стойте пока. Зенитку авиацию заберите пока. Опять же зенитку. Сейчас я бежаю, как бы её с фланга забрал. Или отвлеките или сейчас. Я выкинуться не могу, они меня сразу. Это нужно. Высоту не бери, 2,5 километра. Отвлекайте, извините. Кирилл, слышь, бомбу скинь и набери 2,5 километра высоты. Грам, давай вместе бомбанем. Притонули меня. Уже по фангу отходит. Одна минус. Еще есть. Сейчас я еще. Захожу. Перули выбило. Блять. Быстрый самолет. Зенитку заберите. Я брал зенитку. Все, ничего не мешает бомбить. На точке танки стоят, куча. Самолет готовился именно. А, тут еще и сбоку труба танка, блин. Уже сзади нас, грубо говоря.
забрали. Набрал? Отлично. Еще бомба есть. Там еще один. Вот этого бомбит. Видишь, нет его? Да. Ты щелкнул? Да. Кардинал, там еще фидит. Сейчас. Народ, на точку, прям на точку. Да. Шикарно вообще просто, слушай. Он видит, стреляет. Стреляет один. Ну, 104 забрать. Да, 4. 4. А еще один троллей летает, бомблю. У нас зенитки нет, получается. Так, у них минус, минус половина. Минус 4. Ну давайте возьму, в принципе, не мешает самолет один. Будут еще самолеты? Да. У них 15, один самолет еще есть. Я не вижу смысла зенитку брать особо. Если Алекс справится, его убили. Т-29 крит. Башню всех убил. Подожду, пока на парашюте. Отлично. Беру. Бери. Кого берешь? Самолет летят. Самолет. Бомба летит. Шипер. Прячься за здание. Переходит, нет воздуха. Красиво. Ну я все. Пометь они есть еще. Бобры не спрашивают. Надо же поехать. Эх. Так, там едет тяж какой-то. Молодцы. Так, я его не убил. Я все. Да, спасибо за игру всем. Вот последний. А вдруг проиграем и будет так? Да. Мальчик. Да ладно.